Причем хотел бы обратить внимание, что было бы полезно и было бы... Практически отчитались по поручениям президента по 6 раз. Достаточно жестко спорим с правительством по реформе налоговой системы. Что они хотят? Если они хотят, чтобы я стал политэмигрантом, я не стану. Если они хотят, чтобы я сел в тюрьму, при сегодняшней системе вот поведения, которое сейчас нам демонстрируется, это легко, пожалуйста, могут сделать. Речь о деньгах как таковых не идет, потому что когда компания в год платит 4 миллиарда долларов налогов, так сказать, то вопрос о изъятии или неизъятии тех или иных дополнительных средств решаются с помощью налоговой системы. Результатом всех событий, которые произошли, будет существенный отток капитала.